Вчерашняя вечерняя прогулка натолкнула меня на интересную мысль о том, как со временем меняются формы нелегальной торговли и о том, что можно считать какими-то ласточками и весточками возвращения к нормальной жизни. Например, когда я шел по улице вечером, я увидел двух жалкого вида чувачков, кладоискателей, как им трудно догадаться. И я подумал, что а жизнь-то налаживается, если им кто-то оставляет клады, и их это уже заботит больше, чем какие-то базовые вещи выживания. Вот. А еще я задумался немножечко с грустью, что а раньше-то лучше было. Ну, в смысле, что из рук в руки как-то по-людски, что ли.